Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо вас, шановні радіослухачі, на часі «Тема дня» перед мікрофоном Вікторія Сидоренко. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину. Під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено понад 180 тисяч осіб. І саме цього дня відзначають як День боротьби за права кримсько-татарського народу, повідомляє Український інститут національної пам'яті. І сьогодні у нашій студії гості – це Ділявер Ваїтович Абдуллаєв, представник земляцтва кримських татар у Дніпрі. Вітаємо вас, пане Ділявере, в нашій студії. Добрий день, вітаю вас. І свідок подій вигнання кримсько-татарського народу із Криму – це Ресміє Абдуллаєва. Вітаємо вас, пані Ресміє, у нашій студії. Здравствуйте. Ресміє, ви можете вспомнити то ужасне время? Що ви пам'ятаєте із тих событий? Я пам'ятаю. 17 мая пришли такие военные и сказали собраться у колодца. Все люди собрались. И потом сказали перейти в соседнее село. А мы вечером ничего не взяли. А утром мама видит дядю, вечером застреляли. Он пробежал, под стенку лег. И мама меня уложила, сестру тоже уложил туда. Лежите около стенки, пуля не пройдет. Как захрапит дядя, а я думала, что кувшина разлилась, а это текла кровь под меня уже. Люди не знали, что делать. Его соломкой закрыли его тело. А утром надо выезжать. Смотрят, их родители едут. Они быстро. Дочка была с ними. Дочку, говорит, иди родным, чтоб не потерялась. А потом его родные повезли, похоронили в Белогорском дядю. А мы на машина, на вокзал отвезли, их поезда сажали, как скот забили. Забились и не знали, где сидеть, где лежать, и что кушать ничего не давали. Так больше месяца мы ехали на Узбекистан. Приехали в Узбекистан. По кишлакам, по деревням распределили людей. Мы попали туда. И на утро говорят, идите работать родителям. Мама пошла, брат старший пошел, работали. Сколько лет вам было? Мне 9-10. Потом младший брат пас барашек людям. И каждый день кто-нибудь еду даст, он покушает. Старший брат и мама чашку супа колхоз дает, они половину покушают и меня оставляют. А сестренка была в садике, думали, что она там кушает. Одну лепешку на несколько частей кусочек дадут ей, она... Маленькая ступенька, да, не может зайти. Силы нет у нее. Потом видит, люди уже умирают. И мама решила детдома сдать. В 50-45 году сдали в детдом. 5 лет мы в детдоме жили. Я и сестренка. А потом через 5 лет... Нас отправили на работу в чулочно-прядельный комбинат. Ну, там нитки пряли, нитки снимали, работали там. 31 год
Я там проработала. И пришлось оттуда уехать. Уехали мы в сторону Геническо. Приехали туда. Там, знаете, какой голод был. Если упал теленок, подох уже. Люди его кусками-кусками скорее домой. Потом соседка пришла, говорит, ой, как пахнет у вас мясом. Она говорит, ой, мне стыдно, говорит, дохлый теленка, мы резали, кушаем. А это нам надо покушать. Кушать надо. И она тоже собрала своих детей, говорит, идите, наберите мясо. До утра рожки, ножки остались. Все съели теленка. Такое было мучительное. Хоть детдом спас нас, хоть очень небогато, но кушали всегда. 3 раза ели, а потом уже 5 лет в детдоме была, уже на работу отправили. И там 31 год больше проработала. Вот такая судьба у нас тяжелая была. Ресмие, а брат выжил? Выжил. Он идет и падает. Они говорят, лодырь, вставай. Его поднимает. У него силы нет подниматься. Лодырь, вставай. На силу поднимут. И он продолжает работать. Мама тоже работала. Брат работал. А тут барашек пас на, за чашку супу. Каждый день ему давали. Плохая жизнь была. Мы не думали, что мы так долго будем ездить. Ну, нас в Узбекистан отвезли. Дедушку, бабушку на Урал отвезли. У них было 11 детей. Все они поумирали. А дедушка говорил, кусочек масла бы дать, чтобы рот немножко замочить. Дедушка умер. Один сын пошел и снег разгреб туда-сюда. Его положил и закопал снегом. Потом бабушка умерла. Тоже так же сделал, как гроб под снегом. Снегом закрыл, хоронить некому. Дети, что они знают, они так и похоронили. И бабушку, и дедушку, и остальных братьев. С 11 детей никого не осталось. Ресмия, а в вашей семье сколько детей было? Вы? 2 брата. 2 брата? Я и сестра. 4. А 2 умерли пораньше. 4 ехали в далекие-далекие места. Не думали, что мы так попадем. Знаете, и узбеки бывают разные. Были такие, что попали одни в Ферганскую область, недалеко от нас. И вот той женщины муж ушел воевать. Свекровка умерла, она с детем осталась. А там один бригадир командует над людьми, где на подпись ходит. И ту женщину туда позвал, комендатуру, пока людей нет, заходи. А после этого другую комнату. И потом жена этого бригадира узнала, что с татарочкой встречается. А она-то не по воле, а он заставляет ее. А жена узнала. Жена проследила и в одном месте арик глубокой, столкнул туда, и сама слетла эта женщина, и топориком порубала эту женщину, и голову отрезала, и ноги, руки порезала насмерть. А потом, где она жила, ищут, нигде не найдут. Стала все тело искать, но нашли в этом глубокой яме. Потом там один лепешками торговал. Этого дяденьку спрашивает, кто проходил.
проходила женщина. А что у нее было? Под рукой было что-то висело. Когда он узнал, что это жена сделала, пришел, не признавался. Татары сами своих убили. Зачем убивать? У нее 4 годика ребенок осталось у чужих. Когда ее уже похоронили наши татары, а сыну не сказали, а ищет, ищет. А где мама? Почему мама не приходит? Придет мама, далеко пошла работать. Он уже пошел в армию. Девочка одна растила, женщина. Они вдвоем, как близнецы. И когда он с армии пришел, она решила свою дочку отдать за этого парня. Он сделали большую свадьбу. Потом она родила через годик. Имя назвали Муслим. Отца звали. И когда отец через несколько лет приехал, стал искать детей, жену, он где-то в шахте работал. Он машинистом был, а уже на плохую работу шахту отослали. Поэтому долго-долго его не было. 4-летний мальчик вырос, армия закончил, женился, уже ребенок, и он приехал. Когда шофер узнал, говорит, пойдем в Чайхану, там много знакомых будут. Узнаешь, где ваша жена. Ну вот он пришел в Чайхану, узнал, где находится его семья. Шофером пошли, посмотрели, позвали. А невестка говорит, а кого вы зовете? Мы зовем вот такого-такого. Я сейчас, говорит, позову. Мимета позову. Пошла, свадьба была где-то. И говорит мужу, пойдем домой. Пришли к тебе. Наверное, папа. И вот он приходит и на сына он смотрит. Он на папу смотрит. Потом обнялись они, как узнали, что он живой туда-сюда. А где мама? А мамы-то нет. Маму похоронили. Пошли они на кладбище. Сын показал, где похоронен. Такие листочки, копейки. Звенит, как люди подходят. А это мама здоровается, сын говорит. Как отойдешь, замолчит. А потом могилка его, и которая женщина, которая убила ее, ее могила тоже рядом. Ризмие, а как мама объясняла вам? Вот вы маленькая девочка, вас погрузили. Вы спрашивали, куда мы едем? Никто не знал, куда едем. Куда едем? Все плачут, едут, едут. Вот Узбекистан нас бросили. Бабушку, дедушку, семью на Урал. И раскидали татар, где только нас нету. Ризмие, что главное в жизни, как вы считаете? Самое главное – здоровье. Чтобы люди жили хорошо. Чтобы не видели нашу, что мы видели. Чтоб дети не видели. Слава Богу, сейчас люди не голодные, сытые, сказать, все есть. А тогда ничего не было. За кусок хлеб и то не найдешь. А что вы кушали вот тогда, помните? Вот в колхозе чашечку супа дали, брат и мама покушают и меня оставят. А сестренка как будто в садике кушает, она тоже. Голодный еле на ноги наступает. Ви слухаєте програму «Тема дня» на українському радіо «Дніпро». Хочу з вами поговорити, Ділявер Ваїтович. Скажіть, будь ласка, це ваша бабуся? Бабушка. Вона вам розповідала коли-небудь, ну, коли ви були
маленьким ще внуком, розповідала про ці страхіття, які вона пережила маленькою. Конечно, когда только мы начали это осознавать, понимать ее историю, ее рассказ, то мы сопереживали с ней. Но опять же, когда она рассказывала, каждый раз она сама об этом переживала. И не дай Аллах, конечно, кому-то испытать такие лишения, как испытали они. Потому что мало того, что их везли в вагонах, в таких предназначенных для перевозки скота, еще везли их 3-4 недели. За это время их не кормили. Они питались, у кого кто-то успел там пару килограмм муки взять, кто-то еще чего-то. В общем, это было настолько сложно. Часть людей умерли еще по дороге. А в первые 3 года вообще погибли 50% выселенных. Так что это очень сложная судьба у бабушки. Вам розповідали, чому так сталося? Яка ваша думка? Які причини депортації були? Причини ж були офіційні. Ви ж розумієте, що Сталін признав кримських татар змінниками родини. Тобто поставили таке клеймо і з-за цього і депортували. Вони учли той факт, яке кількість кримських татар воювало на фронті. Крім того, були у нас і дважды герої Совєтського Союзу. То есть был интересен Крым, и чтобы очистить эту территорию, решили взять и выселить крымских татар под этим предлогом. Скажите, будь ласка, Дилавер, є у вас рідні, хто залишився в Криму? Вы понимаете, на то время никто не остался в Крыму. Это потом начали возвращаться. Мы, в 80-е, да? Чи 90-е? Наша семья вот не смогла вернуться, потому что мы... В 81-м году, ну, родители, вернее, с бабушкой переезжали. В то время не было возможности там ни прописаться, ни купить дом. Еще был запрет на возвращение крымских татар. И бабушка не сказала тот факт, что это контролировалось в Узбекистане, потому что надо было ходить и отмечаться. Вот был порядок, что ты там раз в неделю, раз в 2 недели приходишь и отмечаешься, чтобы ты не покинул места ссылки. Из-за этого нельзя было взять и уехать в другую область, в другой регион, в другую страну. То есть это контролировалось. Из-за этого, ну, просто так, знаете, что людей туда выселили, а они вернулись назад, такого не было. Это только когда прошло столько лет, в 90-х годах, вот массовое возвращение началось в 90-е годы, а до этого единицы возвращались. А скажіть, як склалася взагалі доля Ресміє? Вона там, в Узбекистані, і заміж вийшла, так, і народила, я так розумію, папу. Батька, да? Папу, да. Бабушка, виходить, в 44-му виселили, їй було 9 років. В 58-му вона родила папу. Ну, вийшла замуж і родила папу. І, відповідно, мій папа, ну і моя мама родились в Узбекистані і провели там свою часть жизни. Папа 23 года там прожил, мама немного меньше. То есть, грубо говоря, они родились на чужбине. Там, можно сказать, родилось не одно поколение. Получается, если люди с 44 года до 90-го, это прошло 46 лет. За 46 лет могло уже 2 поколения родиться. То есть было очень сложно. Они, получается, и получали образование там. А потом, когда папа отслужил уже в армии, уже подумали, что стоит перебираться хоть как-то ближе к Крыму. Тогда уже так жестко не контролировали. После 80-го года уже не было того, что нужно отмечаться, уже можно было хоть как-то куда-то ехать и пытаться. Угу. Ресміє, а скажите, до того, ну, вы девочкой маленькой были, да, 9 лет, а какой дом у вас там был? Вот вы помните, как вы в Крыму жили? Есть воспоминания или стерлись они? Мы жили в деревне, недалеко, 4 домика, наверное, было. А перед ними табачный табак, где обрабатывают. Угу. Мужчины вагоны, говорит, вот возит на солнышко, а потом, если дождик, завозит, подсохнет. Женщины в большом зале сидят и... складывает табаки. Листья, так? Да. Да. Такие. Вот такими кучками кладут сушеные табаки. Это помните с детства, да? Это да. С Крыма, да? Ага. Скажите, как часто хотелось вернуться в Крым, Ресмие? Уже жизнь кончается. Мы ездили в эту деревню.
где мы жили. А там подходит, а что вы смотрите? Мы смотрим, где-то мы жили. Это вашего ничего нет, ничего смотреть. Даже не дадут посмотреть на свою, где жили. Все такие стали гордые люди, что подходят, не смотрят на них. Мы местные живем, а где-то мы были местные, ну, да их не выгнешь ни за что. Зачем она связывается с ними? Вы же там не одни были, крымские татары. Там были еще люди, да, в Узбекистане, да, жили по разным там деревням. Да. Вы поддерживали отношения с другими семьями? То есть общались с другими или не разрешалось? Мы со всеми общались. Только вот это... Со своими, да, да. Да. Разрешалось общаться, да? Да, и мы узбеками тоже общались, дружили. А вот это... Тюремщик выйдет на забор и кричит: «Одну-двоих татар я убью!» На лестницу залезет и кричит. А мама тогда боялась. Говорит: «Как сын приедет, скорее уезжайте!» Как чувствовала. Вы сохранили язык свой крымско-татарский? Язык я знаю. Знаете? Да? Вас мама научила? Нет. Мы татары. Вы разговаривали в семье? Да. Татарский язык, а по-русски детдоме научилась. Насколько сильна традиция в доме разговаривать на своем родном языке? Бабушка не знала русского. До детдома она не знала, только свой родной язык. Дома, если нечаянно по-русски скажу, а вы по-татарски не знаете, говорят. Невестка может сказать. Мы дома по-татарски разговариваем. Правда? Дома должны на своем языке разговаривать. Скажите что-нибудь по-татарски. Я услышать хочу. Бабушка, по-татарски скажите что-то, пожелайте. Не, да? Пожелайте что-то людям по-татарски. Пожелаем? Да, по-крымско-татарски. Аллахын саулығын берсін. Өмірлері ұзақ болсын. Біз көргеніміздің олай көрмесін. Саулық болсын. Бабушка желает всем хорошего здоровья, не увидеть тех лишений, которые выпали на ее долю. И говорит: Аллах с нами, мы все вытерпели. Дякую вам, спасибо вам. Дай Бог здоровья. Всім. Я хочу запитати у вас, Ділявер, в своїй сім'ї, ви одружені? Так. Ви як зберігаєте традиції свої сімейні? У вас така сімейна міць? Вижили? Да, от почнемо з того, що у мене жена кримська татарка. Ну, це, знаєте, безусловно. Я тільки розглядав такий варіант. И дети, мы сейчас ожидаем ребенка, ну, в первую очередь будут учить родной язык, потому что украинский, например, русский, они и так выучат, а свой родной язык, знаете, как с молоком матери нужно изучать. Ну, и скажем, у нас такие более традиции, более жесткие, мы больше уважаем возраст, потому что посмотришь на нынешнюю молодежь, ну, скажем, в той среде, в которой они воспитываются, они как-то даже и не уважают ни родителей, ни старших. А у нас это прежде всего. Из-за этого мы как бы бабушку свою, можно сказать, в переносном смысле, на руках носим. Берем ее везде, куда мы можем ее взять. И на отдых, и в гости, и везде она с нами. Незважаючи на вік, вона завжди з вами, так? Вы обратите внимание, бабушка столько вытерпела на своем веку, но осталась жизнерадостная, да? И ни на кого не обижена. Ну, скажем, других людей она никого не винит в этом, не озлобилась, скажем так. Это немаловажно. Ну, это только высшие силы, я думаю, помогли, потому что если человек верующий, то он не озлобляется. Я вам очень благодарна, что вы сегодня пришли в нашу студию, и мы поговорили.
Вы у нас в студии первая такого почтенного возраста, правда? Я хочу сказать за то, что на нашу долю, на долю крымских татар, выпало немало испытаний, потому что сейчас, опять же, в Крым мы не можем спокойно проехать. Ну, то есть будем надеяться, что справедливость восторжествует, и мы вернемся в полном составе на свою родину. Звичайно, все буде добре. Я вам дякую. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні на Українському радіо Дніпро ви слухали програму «Тема дня». У ній взяли участь представник земляцтва кримських татар у Дніпрі, це Ділявер Ваїтович Абдулаєв, і свідок тих подій депортації Ресміє Абдулаєва. Тема дня.